Сегодня мы чествуем апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сейчас я покажу вам две иконы, которые апостол и евангелист Иоанна Богослова, которые всегда можно найти в любом православном храме. Я стою напротив царских врат нашего храма, и на царских вратах, как правило, изображаются четыре евангелиста и Благовещение Пресвятой Богородицы. И вот как раз в нижнем левом углу изображение святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Апостола любви, который, как нам повествует предание, в последние годы своей жизни не так много говорил, но то, что он говорил, это были простые слова. «Дети», — говорил он, — «любите друг друга». И еще один образ апостола и евангелиста Иоанна Богослова всегда можно встретить в православном храме над царскими вратами. Образ Тайной Вечери, Господь в окружении своих учеников, и рядом с ним, справа, если смотреть на икону от Господа, как раз мы видим апостола и евангелиста, будущего евангелиста Иоанна Богослова, возлюбленного ученика Господа нашего.